Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобор Плюс. Сегодня у нас кратенькое видео на тему игры в моментальную лотерею. Тайна Зодиака. Опять же, рассматриваем данную лотерею. Пытаемся найти редкий символ, друзья. Цена данной лотереи 30 рублей, как вы видите. По настоятельной рекомендации подписчиков приобрел, опять же, 10 билетиков, друзья. Я смотрю, что тут уже дизайн немножечко видоизменен, как вы можете сами видеть. То есть тут уже немножко по-другому все изображено. Но будем надеяться, что это к лучшему. Взял из новой пачечки. Посмотрим, что из этого получится. Друзья, пока мы не начали играть в данную игру, я бы порекомендовал вам настоятельно подписаться на канал Технобро Плюс, прожать лайк под данным видео и смотреть видео «Настоятельная просьба» на моем канале с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу. Итак, давайте начинать. Обновленная лотерейка. Начнем, пожалуй, с вот этой. 10 билетиков. Что мне нравится по-прежнему в этой лотерее, что тут она практически беспроигрышная. И сейчас я вам объясню, почему. Ну, во-первых, знак близнецы у нас здесь. Почему? Либо будет какой-то финансовый приз, то есть либо вот минимум 30 рублей, максимум один приз на 200 тысяч. Либо же можно собрать тандем из нескольких знаков зодиака, в данном случае близнецы, это тандем 3000. И потом три эти билетика обменять на, собственно, сумму, указанную справа, то есть на 3000 рублей, либо на 6000 рублей, либо есть еще и 1000 и 3000. Там уже какие знаки соберете. В данном случае 30 рублей, хорошо, билетик один сам себя окупил. Близнецы пока мне никакой пользы не принесли, знак этот в лотерейке в этой. Ну, посмотрим, возможно, что-то еще будет. Еще 30 рублей, то есть билет себя опять окупил. Ну, надеюсь, какой-то редкий знак хоть появится здесь, чтобы можно было все-таки сгруппировать. Все-таки свежая пачка, свежий завоз лотереи. И посмотрим водолей. Угу. А вот водолей, да, он в тандеме 100 рублей. Вот видите, то есть собираю водолей, козерог, стрелец и 100 рублей выиграл. Но у меня, в принципе, водолей есть, нет других знаков. Вот если бы попался этот знак хоть один раз, мне довольно-таки неплохо было бы, друзья. Лев. Лев тоже нередкий знак. Вот он здесь у нас рядом с раком стоит. 3000 рублей можно выиграть в тандеме, если собрать его. Но пока, увы и ах, друзья, пока ничего такого нет. Смотрим дальше. Будет ли здесь что-нибудь такое? Лев опять. Ну, я не буду пояснять опять за этого льва, что он означает. Надеюсь, что еще впереди здесь какие-то будут либо крупные выигрыши, либо стрелец. Стрелец у нас, опять же, нередкий знак в тандеме. 100 рублей он идет. Да, увы, конечно, жаль, что так происходит. Хотелось бы все-таки хоть какой-то выигрыш крупный от этой лотереи получить. Скорпион. Так, скорпион у нас в тандеме 6000 рублей. Он у меня, в принципе, есть. Остается у нас, друзья, два билетика. По традиции попрошу вас написать в комментариях, сколько вы вообще брали максимально билетов в данную лотерею и выигрывали ли что-то. Я думаю, что здесь будет два знака зодиака все-таки. Здесь не будет какой-то финансовый выигрыш. Смотрим. Рыбы. Ну, рыбы у нас есть и так. Так, а где же у нас рыбы? Вот они в тандеме. 1000 рублей. Пролет. Ну, два знака зодиака. И тут тоже, скорее всего, знак зодиака будет. Вот. Смотрим, проверяем. И я прав, друзья, это стрелец. Ну, я не буду считать, что это все-таки проигрышная лотерея. Хоть здесь и 1, 2, 3, 4, 5, 6 билетов. 7 билетов у нас здесь без выигрыша, даже 8. И 2 билета с выигрышем по 30 рублей. Но, тем не менее, друзья, таковы реалии. Обязательно поддержите это видео лайком и подпиской на канал. Ну, а я, как обычно, на канале Технобор Плюс. Всех обнял.